Оставляем на обучение. Когда, конечно, оставляли там. У меня дочка в 2,5 года, ей сейчас 5,5, она в 2,5 года начал заводила в ухо. Аж выпрыгивает. А где я? Ой, где я тоже прыгиваю. Ой. Вон они, да. Сарка, зови дельфинчика. Вот, смотри, как красиво вдвоем одновременно. Они играют. Да. Здравствуйте. Сейчас мы поснимаем их. Попробуем посадку. Вот какие колбасы, а? Да, Сару. Целый дельфин, да? Да. Где они? Что-то я потерял их из виду. Где они? Сейчас они выскочат здесь вот из-под этого. Смотри, сейчас руку откусит тебе. Дельфины, я имею в виду. Ага. Я с осени по весны я на рыбалку хожу. Снимаю тент вот, и на рыбалку. Если несколько дельфинов подходят к борту, начинают рыбу ходить. И мужики вот моего возраста начинают визжать, как дети, и эту рыбу по пол ведра скидывают. Сад, не холодно же лето, да? Хочешь ко мне? Ну беги, вот. Один из наших пляжей. Называем мы его ближний. Ничего себе, там 100 километров пешком. Да. Ты не похож. Машет рукой, ручкой или не машет? Дикари! Дикие люди, Саша. Не говори. Вот туда вверх. Да, и вон того. Сеет озере, один в один. Ну, раскурился, может, дождь там? Наверное, дождь там будет. Потому что там-то сухо, понимаешь, а здесь, видишь, здесь другая растительность, вот эти сосны, они другой создают ландшафт. Мне все нравится, да? Смотри, вот тут тоже вот эта стена-то отвесная, высокая, да, вот, видишь. Надо везеть им как, вот, альпинистам надо поспорить. Ласты, трубку, маску, скалолазка, полез, если упал, сразу попал. Яник.
пойдешь там по этим соскам, там вроде как ничего и не круто, да? Потом попал сюда. Ну, воду, правда. Вот все живой остались. Палаточек-то много, вон еще одна палаточка стоит там. Вот они, видишь, также мои друзья на крадах. Я приехал, друзья на крадаке стояли мои все. Палатку, да, до 81 года, да. Вот так они меня сюда привезли, они привезли меня, но я уже не был. Не, ну я был на крадаке, конечно, но я в палатке не стоял. Стояли палатки, так же, как здесь стояли палатки. Да, интересно. А даже отсюда уже видно. Даже отсюда уже видно. Да, хорошо, конечно. Вот у нас обычно два направления. Либо фиолент. А это фиолент, наверное, уже там, да? Я вижу, он там либо еще. Фиолент, либо я. Но я больше люблю вот эту сторону. Разнообразие. Да, ты прав, Саша. Это самое. На фиолент идешь под скалу.